Всем привет! Сегодня я вам буду рассказывать о моей покупке в Квелле. Это первый мой заказ в Квелле. Я его получала не по почте, а в пункте выдачи у себя в Королеве на Пушкинской, 15. Да, Южный двор. Значит, во-первых, мы долго очень искали, где это находится, потому что ни указателя, ничего нету. Оказалось, что этот пункт выдачи находится в магазине. Мы зашли туда, спросили продавщицу, где у вас тут пункт выдачи Квелле. И она где-то здесь. Ну, вот так вот удачно мы попали. Продавщица дала вот нам такую печатку с нашим заказом. Здесь 6 футболочек я заказала. Это все было в таком вот пакетике. Что с моей фамилией, то, что это Квелле. Вместе с этим в пакете была еще памятка покупателю. Вот это полезно знать. Уход с текстильными изделиями. И счет накладная и заявление на возврат. Мало ли что не подойдет. Такой вот еще каталог и в Роше. Итак, что же я заказала? Первый лот – это две вот такие футболочки, темно-синяя и белая. Артикул 411-657, футболки. Размер 32 я заказала на свой 44-46. Он идет намного больше, вот на сайте. Стоит 999 рублей. Фирма Буффало, длина 67 сантиметров, односторонняя джерси, 100% хлопок. Сейчас вам одну из них покажу. Синенькая. Вот так она выглядит. Бантик здесь. Рукава фонарики. И внизу вот такая резиночка. Так, две кофточки, я уже сказала, да, 999 рублей. Следующий лот вот такого цвета, зеленого. Здесь почему-то написано синий. Артикул 700-520, размер 34. Вот, здесь он снежно-зеленый идет на сайте, 699 рублей. Покрой баллон, эластичный низ, ленты завязки на рукавах, длина около 68 сантиметров, материал 95 вискоза, 5 эластана. Сейчас покажу, как это выглядит. Фирма Melrose. Вот так это выглядит. Здесь на рукавах вот такие завязочки, можно развязать. А внизу такая резинка. И наподобие кофточка на мне сейчас. Это артикул 700-575. 34. Футболка сиреневая. Вот она, 699 рублей. Все то же самое. Покрой баллон, эластичный низ, лента завязки на рукавах. Длина 68 сантиметров, материал 95 вискоза, 5 эластана. Следующий лот – это футболка 715-986, 34 размер, красный. Тоже фирма Melrose. Такой бантик здесь и болеро сверху, если видно. Вот. Обычный рукавчик. Здесь тоже резинок никаких нет. 699 рублей, длина 60 сантиметров, материал 95 вискоза, 5 эластанов. Все натуральные, очень приятные, все сделано качественно, все швы потрясающие, вот, отлично обработанные. Эту футболку я видела на eBay, по-моему, в магазине Pretty Boutique. И
хотелось купить, но они в Россию не посылают, и я очень обрадовалась, что в Квелле вот точно такую же я нашла. Просто потрясающе. Так, следующий лот, это вот такая розовенькая кофточка. Артикул 700451, 34-й размер. Да, тоже мелроз. Вот так она выглядит. Оригинальный открытый покрой рукавов, летучая мышь, свободный покрой, внизу эластичная резинка, 68 сантиметров, 799 рублей. Вот видно, да? Сейчас я рукав покажу. Вот такая летучая мышка, вот здесь разрез. Здесь тоже. Внизу эластичная резиночка, достаточно широкая. И последний лот, который я взяла, это кофточка вот такого цвета. На сайте синий-зеленый, 599 рублей, аппликация стразу, длина 60 сантиметров, материал 95 вискоза, 5 эластана. Артикул 412, 568, 36 я взяла размер. Цвет бензина написан. Представляете, бензин такого цвета? Вот так она выглядит. Это обычная футболочка, такая чуть стрейчевая. Обычный рукавчик здесь. Очень мягкая, очень приятная. И внизу резиночек нет. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Всем пока!